Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач. Сегодня у нас в гостях Бадбадма Бючиев. Хотелось бы мне сказать несколько слов. Я познакомился с Бадбадмой в период избирательной кампании. Он освещал выборы для Кавказского узла. И так мы познакомились. Ну, не скажу, что мы общались очень близко, но и впоследствии, когда пошло движение, мы с ним, можно сказать, подружились. И на сегодня очень хорошие отношения. Я очень его хорошо уважаю. Ну, Бадма, вот очень многие люди спрашивают у меня, вот, кто такой Бадма, откуда он появился, откуда родом. Ну, я хотел бы, чтобы ты вкратце рассказал о себе, о деятельности своей, как ты пришел в журналистику и вот так. Ну, родом я из Западного, это Целинный район. Я вырос в селе, там окончил школу, потом поступил на филфак наш, проучился полтора, по-моему, курса, завязал с этим делом, пошел в армию, сходил. После армии я восстанавливался. Вот благодаря Калачко я окончил все-таки университет. Василий Иванович, да? Да, Василий Иванович. Он почему-то меня запомнил и все время звонил. Ты, говорит, не бросай, ты восстанавливайся. И я два раза, что ли, уходил в академ. Ну, просто у меня уже была семья. Надо было кормить, и я не видел тогда большого смысла в учебе, потому что я видел, как живут родители, а не учителя, и как живут, ну, это 90-е, конец 90-х, там, все дела, и как живут другие, да, которые не имеют образования, и, в принципе, тогда ценность образования была невысокая. Я все время порывался бросить, вот Калачко меня заставил, можно сказать, окончить университет, я его окончил заочно, это как раз был начало уже 2000-х, я долго учился. И вот, когда я окончил, у меня был выбор либо идти учителем, либо идти в журналистику. Я пришел в журналистику. Честно говоря, ну, по своему складу я не журналист, и мне очень тяжело вот эти вот сенсации, там все дела, там везде свой нос сувать, там все такое. Я больше научного склада человек. Если бы меня могло прокормить литературоведение, я бы занимался литературоведением, это, ну, была бы моя счастливая жизнь. Но в университетах, в институтах тоже там свои заморочки, там, кроме того, что люди бедно живут, с этим я бы мог еще смириться, но там очень много всяких интриг и такая система, что тоже надо, чтобы выжить, надо вот во всем этом участвовать. И поэтому, ну, для меня вот эта среда, она как бы, ну, более такая агрессивная, чем журналистская, потому что в журналистике мы все-таки каждый сам по себе. И я вот сейчас вообще... У меня нет ни начальства, никого, я фрилансер, и меня эта жизнь сейчас устраивает. Можно. Ну, если говорить там, где я работал, то начинал я с «Известий Калмыкии», потом я уходил, ну, корреспондентом был, ушел, поехал в Москву, поработал в спортивной журналистике, я работал в «Еврофутболе», это еженедельная газета, ежемесячный журнал мы выпускали. Там были калмычки-верстальщицы, в принципе. Это не у нас в Калмыкии? Нет, это в Москве. В принципе, они мне и помогли устроиться. В общем-то, опыт был интересный. Я там премьер-лигу освещал, Лигу чемпионов. Там. Но из-за чего я бросил? Потому что я люблю футбол, а тут у меня получилось, как у некоторых музыкантов, которые вот не могут наслаждаться музыкой, а слышат, там, кто там бас-гитару, кто там ударники, ну, кто чем занимается. Да, там. И вот я приходил на стадион, и у меня мысль, что я после матча должен написать, что я должен оценить, кто там как играл, там, и все такое. Ты не наслаждался? Да, я перестал наслаждаться. И я завязал, как раз в межсезонье было, и я ушел, вернулся в Калмыкию, опять стал, вернулся в «Известия», уже был главным редактором там даже какое-то время. Но потом я тоже со всем этим, ну, когда одно дело, когда ты корреспондент в «Известиях Калмыкии», другое дело, когда ты главный редактор, ты уже там напрямую связан с Белым домом, ты видишь всю эту грязь, вот эту вот, я про политику. И я, честно говоря, вот, психологически не выдержал. И опять я уехал в Москву. Второй отъезд мой в Москву уже был связан с мемориалом. Я устроился в мемориал.
это правозащитное общество, и оттуда уже вот перешел на Кавказский узел. Они, Кавказский узел – это детище мемориала. Сейчас это отдельная организация, но начиналось оно как детище мемориала. Ну, Кавказский узел – это интернет-издание, оно же самостоятельное, да? Да. Не провластное. Нет, это независимое. И мемориал – это тоже независимое правозащитное. Раз уж мы начали об этом говорить, скажи тогда, пожалуйста. Я вот, на мой взгляд, огромная разница, да? Провластная журналистика, да? И вот, и, ну, оппозиционная, да? Не подчиняющаяся им. Вот. Ты внутри это видел, ты это знаешь. Вот я бы хотел бы как узнать, как ты себя чувствовал внутри, как бы там, прокомментировал это все. Ну, вот если брать «Известия Калмыкии», тогда они были явно провластные. Это была кирсановская газета, и я работал при «Кирсане». То, естественно, да, мы были ограничены там, в выборе тем, мы были ограничены в подаче, там все такое. Но как корреспондент я этого сильно не чувствовал, потому что я старался держаться подальше как раз-таки. Ты выполнял задание? Не, я выполнял задание, но я брал задания, связанные там, с культурой, там, я делал интервью с писателями. Там, не связанные с политикой? Не связанные с политикой, да. А вот когда стал главным редактором, то уже тут деваться некуда было. Там вот многих там осуждают, вот они там не могут свое сказать, все такое. Но вот я главный редактор, да, там у меня коллектив, и им обещают повышение зарплаты, допустим, да, там после выборов, да. Как обычно. Да, повышение зарплаты, обещают машину, там все такое. Ну, естественно, у меня там внутри все против такого освещения, но за мной стоят люди, и приходится идти на какие-то компромиссы, да, там, чтобы... Ну, кстати говоря, зарплату не повысили, и я ушел вот как раз после выборов, я наелся этим всем и ушел с работы. Там многие пишут, что меня выгнали, все такое, этого не было, Буинча может подтвердить. Я просто, когда все это кончилось, я позвонил и сказал, я больше не работаю. В неправовластной журналистике? Ну, здесь да, вот. Я работал, кроме «Кавказского узла», еще на «Кавказской политике». Это тоже интернет-издание, это когда я в Москве жил. Они питались грантами администрации президента, но при этом это Максим Шевченко, главный редактор там. Но при этом они могли продвигать, ну, то есть брать темы, какие хотели. Единственное было табу, это Путин, Кадыров. Вот. Два имени, да, которые нельзя было трогать. Во всем остальном мы были свободны. А на Кавказском узле вообще нет никаких рамок. Единственные рамки – это твоя совесть, твои этические нормы. И все то прочее. Есть ты себя комфортно чувствуешь? Я сейчас абсолютно комфортно чувствую. Помню, когда назначили Дмитрия Трапезника 26 да, сентября, я так... не сильно обратил на это внимание, поскольку, ну, назначили кого-то, я вот расстроился после выборов, вот так вот, немножко в определенном, как бы, в таком состоянии был, таком, ничего не хотел потом, вот, и вот ты мне позвонил, числа, по-моему, 27-го, ты мне позвонил, сказал, Санал, там назначили такого-то, ну, нужно что-то делать, да давай там встретимся, у нас было собрание. И вот действительно, я на этом собрании, перед этим собранием я увидел новости, что Трапезников из ДНР, что он нам не нужен, ни одного там за ночь я посмотрел, ни одного положительного отзыва. Я пришел на это собрание, ну, где мы говорили, да, про 29-е, про 1 октября, и я увидел в тебе действительно то искреннее возмущение, да, то есть, вот мы говорим сейчас о пробуждении, вот я увидел, что ты там пробудился, там увидел. Вот мне бы хотелось послушать поподробнее, как ты... Я знаю, ты об этом много говорил в своих эфирах, но я прошу повториться, может быть, ты что-то новое, может, ты более развернуто скажешь вот так. Ну да, ну 26-го вот его назначили, мы практически сразу там начали списываться,
Я даже не знаю, стоит ли сейчас все имена называть, потому что у полиции там свои какие-то эти, поэтому я, наверное, без имен обойдусь. Но, в общем, суть в том, что, да, действительно, меня это возмутило, можно сказать, лично, потому что тут речь шла как раз о репутации даже не сколько Трапезникова, а о репутации нашей как народа. Да? Нам просто вот они почему-то решили, что нам можно вот так вот вывалить и сказать, вот, вот это вот будет, да, у вас, и что вы скажете, да, там. Потому что у Трапезников это, во-первых, в ДНР, ну, ты сам убедился, что его даже в ДНР не уважают, там, да, не говоря. Вот в ДНР все вот такие вот проходимцы, они как раз и делали карьеру. То есть есть люди, которые там искренне верили в независимость ДНР, там воевали, погибали, хотя, ну, было понятно, что Кремль сольет этот проект в самом начале. Я в соцсетях всегда на эту тему высказывался, на тему Украины, там, и я не поддерживал эту войну, потому что мне было понятно, что это способ наказать Украину за попытку быть самостоятельными. Да, там. И я был уверен, что этот проект сольют, и сейчас это происходит. И вот когда начали проект отсливать, стали выводить вот этих, так скажем, героев, да, там, этого ДНР, и им нужно что-то дать, как-то их отблагодарить, они не могут им там какие-то, может быть, правительственно как-то, да, там, отблагодарить. Ну, вот решили подарить, как вот феодалу дарили там за подвиги, да, там, землю. Вот этому подарили наш город. Вот это отношение уже, ну, просто было какое-то... Когда дело там идет о выборах, да, там хотя бы формально они какую-то легитимность соблюдают. Они все, конечно, мухлюют, все такое, но как-то формально это обставляют, да, там. А здесь просто вообще никакого, да, даже попытки как-то было учесть мнение народа не было. Просто они настолько уверены, что мы съедим все, что нам сверху кинут, да, там, что вот решили поступить так. И первыми, с кем поступили так, это были калмыки. Вот по каким параметрам они выбрали, что мы там, если буддисты, то терпеливые, да, там, да, такой стереотип, или просто нас мало, поэтому можно с них начать. Вот, ну, как бы там ни было, да, там, они увидели в нас какой-то народ, с которых вот можно начать так. Ну да, дали 82% на выборах за кандидата. Ну, может быть, да. Ну да, это логично. Вот это меня возмутило, вот отношение ко мне лично, как к калмыку, да, там. Потом уже стали смотреть, кто такой Трапезников. Это было уже потом, на следующий день. А первое возмущение было именно вот к отношению ко мне, как к калмыку, да, там. Ну и все люди, которые вышли, они вот именно этим возмущались. А потом уже, когда мы посмотрели, кто такой Трапезников, ну, действительно проходимец. Вот. Все стало ясно. Да, ну, это можно подробно не останавливать. Да, ну и волна эта стала раскручиваться. И ты вот так пробудился. Или ты был пробужден? Не, ну, я был всегда политически активным, но дальше соцсетей я не выходил, потому что вот на Кавказском узле профессиональная этика это запрещает. Да? То есть либо ты активист, либо ты журналист. Журналист должен... Журналистов, активистов не бывает. Да, журналист должен со стороны это освещать, ну, быть нейтральным. Да, там. Вот как я стал активистом, меня сразу отстранили от темы Трапезникова, ну, митинги и все прочее, я не освещал. Сейчас я вернулся к работе, но тоже стараюсь пока... Эту тему не трогать, да? Эту тему не трогать, да. Ну, уже прошло сколько? 5 месяцев, да? Понимал ли ты, что вот это движение так затянется? Я думаю, теперь оно уже навсегда. Ну, вначале был расчет на то, что мы сможем все это все-таки выиграть. Потому что вот именно поэтому тогда вот у нас споры были насчет повестки. Да, потому что по моему расчету мы должны были держать повестку и тем самым увеличивать массу людей. Потому что чем шире повестка, тем
появляется больше противодействий. То есть, допустим, если мы все выступаем против Трапезникова, да, то у нас есть союзники в полиции, в Белом доме, в Сером доме были союзники. Да, там. Когда мы начинаем расширять повестку, говорить, там, Бериков не тот, Бату не тот, тот не тот, этот не тот, да, там, то больше врагов. Да, появляется больше врагов. И, а у этих врагов есть родственники и все такое. И это уменьшает сам протест. Ну, что, в принципе, и случилось, но случилось не по нашей вине, случилось. Это была необходимость. Ну что, тех, кто кого ты перечислил? Это был шаг назначения Орлова, и тогда уже было просто невозможно уже искусственно сдерживать повестку. Просто. Если бы мы после назначения Орлова стояли и говорили, нет, только Трапезников, то уже просто нас бы подвинули и сказали, тогда мы сами будем протестовать. Вы ребята, ничего не понимаете. Тут можно, вот они как бы случайно вот этим шагом они нас переиграли, потому что там еще оставалось немного, и мы могли бы дожать, ну, как я думаю. А вообще, вот, если говорить по классике вот этих движений, да, то, в принципе, следующий шаг, вот, допустим, Абхазия, да, там, они сумели набрать массу, они просто пришли к своему Белому дому, и установили другой порядок, да, там сказали, эти выборы нелегитимны, будем проводить другие, да, там. Мы так сделать не можем, потому что даже если наша полиция не мешается, сюда ведут федералов, ну, уже было такое. Поэтому мы от этого шага воздержались. Но, ну, рисковать людьми. Да, да, но мы могли это сделать за счет еще большего увеличения массы, то есть вот мы 3-4 выводили. Если бы мы еще пару тысяч вывели, то, я думаю, мы бы выиграли. Но тут вот Орлов и тут нас переиграл. Даже когда он уже перестал быть главой, он и тут напакостил. Я знаю, ты неоднократно рассказывал, то, что вот, когда вот после молебна 1 октября вот, ты встречался с руководителем администрации, да? Там еще с другими, вот перед этой встречей с Бату, Ты встречался, вот я знаю. Ну, ребята там встречались, там, ну, до встречи были какие-то переговоры, я знаю. Вот, я знаю, что ты лично встречался с Бериковым. Вот, там, это было, можно об этом говорить? Ну, сейчас уже, наверное, можно. Там, в принципе, ничего такого секретного не было. Мы встречались, да. Я встречался с Бериковым, с Нараном Кокеевым. Это, ну, вместе мы были на одной встрече. А, не наедине, да? Нет, нет. Ну, и Наран был, и Чингис Бериков были. Ну, у нас есть общий знакомый, он предложил эту встречу, и он тоже там присутствовал на этой встрече. В общем, мы четвером сидели, обсуждали эту проблему. Ну, в принципе, они говорили о политических моментах, о том, что мы, вы же понимаете, какой это удар по репутации там Хасикова, если он назначил и сразу будет снимать под давлением там общества, все такое. Я пытался объяснить, что наоборот, он может заработать очки, если он прислушивается к народу, да, там. Ну, в общем, в этом разговоре стало понятно, что им важнее, как Кремль отнесется, чем как народ отнесется. И, в общем-то, то же самое подтвердилось на той встрече, вот этой большой, которую Хасиков, где сам уже с нами встречался. Он тоже начал встречу с того, что он не может включить заднюю. Ну, я сейчас упрощаю, но что он не может отказаться от этого решения. И стало понятно, что он пришел не для того, чтобы как-то с нами поговорить. Договориться, убедить хотя бы. Да, а он пришел рассказать нам, почему он не может этого сделать. Ну, естественно, уже разговора там не получилось. И, в принципе, уже в самом начале было понятно, что ни к чему мы не придем. А вкратце еще по итогам этой встречи, ты как, вот, кроме этого вывода, что ты вынес по итогам встречи с Бату? Ну, мне не понравилось, что, ну, мы земляки, да, там, мы, можно сказать, хоть даже если мы лично не знакомы, но мы где-то пересекались все равно.
приходим на встречу, там идет обыск. Не обыск, а как сказать, проверка, короче, собака, там все дела, там вот это вот, чтобы мы там ничего не заминировали, полиции, море. А я как раз уже же встречался и с Нараном, и с Чингисом Бериковым. Я говорю, это зачем? Ну, мы же тут все свои. А ты им задал вопрос там, да. Перед встречей? Перед встречей, да. Ну, говорит, положено, это говорит, глава региона, это обычные меры. Ну, хорошо, положено, положено. Сдайте телефоны. Тут уже мы стали возмущаться. Мы вам телефоны не отдадим, мы пойдем в машинах оставим. Короче, оставили в машинах. Заходим. Сидит человек в очках, телохранитель. Да, там. Вот мы сидим кругом, человек в очках. С этой стороны представитель администрации президента или ФСБшник. Ну, по-моему, президента все-таки, администрация президента. В общем, явно не наш человек, короче. И вот в таком формате происходит встреча, да, на которой, в принципе, мы предлагали, хотели, ну, мы и предложили Бату какие-то выходы, да, из ситуации. Но как он может принять решение, когда вот сидит человек из администрации президента, да, там телохранители, ну, и, в общем, много посторонних людей. Естественно, он пришел туда не договариваться, а показать Кремлю, что он ведет работу. Что это вот как раз-таки еще раз подчеркивает, что Москва для них важнее, чем мнение своего народа. И ты еще больше омрачился, как Адиан говорит. Не, ну я это все понимал и раньше, но просто я не думал, что настолько это будет вот так вот. Я понимал, что нам тяжело будет с ним договориться, я понимал, что он в тяжелой ситуации, да, уже. Но вот посадить вот этого из администрации президента, да, он не представился, ничего, вот просто сидел вот так вот, как этот наблюдатель. Потом его, кстати, вытянули на разговор же. Цирен Кюрген Басанов, да? Задал вопрос ему, да? Да, он говорит, а вы, говорит, как считаете? Ну, ваше мнение, короче. И он пришел там и начал рассказывать нам, что у вас там все плохо, вам надо то, все там. Ну, такое ощущение, что Элиста какой-то город не российский, а город какой-то вообще отсталой страны. Потому что так, как живет Элиста, я вот поездил по России, там так живут практически все города. Что там нам рассказывать, что мы там, нам не хватает того, всего? Если ты из администрации президента, то вы сделаете, чтобы в других городах... Ну, они назначают трапезник, они думают, что он сделает. У них-то такая логика. Ну да, но Трапезникова назначили не для этого, а Трапезникова с ним рассчитались просто, если говорить прямо. А если бы у Трапезникова был хороший кейс, то мы бы видели Донецк там сияющим. Ну, безусловно. Как ты отнесся к ситуации с бутылкой Лотова? Я оцепенел. Я честно скажу. Просто был Саша в гостях, и я записал, что задам вопрос, потом он меня так увлекательно, я забыл его задать, и вот решил тебе задать этот вопрос. Ну, честно скажу, я вот не буду сильно распространяться на эту тему, но у меня реакция была, я оцепенел. Я просто не мог поверить глазам, что это происходит. Ну, потому что вообще-то, наверное, наша реакция должна была тоже встать как-то между Саней и Бату, но мы никто с места не шелохнулся, потому что это было настолько нереально. Вот он подошел вплотную, и я думал, неужели сейчас начнется? Ну, хорошо, Бату вовремя остановился, что ты хочешь сделать с этой бутылкой? Лот, к его чести, он вообще не усомнился, он там даже полшага назад не сделал, он сказал, я хочу выпить, говорит. На этом все кончилось. Ну, Лот был готов. Я на протяжении всей деятельности нашей, да, ну, после сентябрьской, у меня же до сентября деятельность на выборах и после сентября. Я вот сейчас, я был на выборах, да. Я смотрел на выборы, я очень, как еще раз Адиан говорит, я очень омрачился, да, что мы не можем выбирать правильно, что мы не допускаем там, каких-то там
придумываем эти муниципальные фильтры, прячем депутатов, летаем на Чукотку, да, за этим. Ну, берем у всех подписи. Вообще у нас избирательная комиссия работает не для того, чтобы как бы выявить сильнейшего, достойного, а для того, чтобы убрать их наоборот. Да? Институт спойлерства у нас даже, да, присутствует, такой, о котором эти подписи раздаются. Да? Как наши люди не ходят. Бегут они все по утрам, после 12 никого нет, и начинается подъем. Как районы ввиду отсутствия, ну, районное образование, ввиду отсутствия наблюдателей делают кавказские проценты. Вот, и вот это моя проблема, я считаю. Вот это моя тема. Я хочу, чтобы мы научились выбирать, да, и выбирать правильно, выбирать правильных людей. Я бы хотел твое мнение выслушать по этому поводу. Ну, мы уже немного раньше дискутировали на эту тему, да, я вообще критически отношусь к институту выборов, но, ну, не в том смысле, что он не нужен, да, ну, просто в том формате, в котором он сейчас работает, гражданское общество там мало что может изменить, к сожалению. Я считаю, что в выборах надо участвовать, это, но не потому, что мы имеем какой-то реальный шанс победить. Да, вот как недавно был конкурс сети менеджера, да, меня удивило, что многие все-таки связывали надежды, что вдруг, да, там, но этого вдруг не будет ни на выборах, ни на таких конкурсах. И поэтому мы должны туда идти, понимая это. Мы должны репетировать само коллективное действие, умение коллективно действовать. Да? То есть в этот раз не получилось, но мы привлекли больше наблюдателей. Да? Там мы уже хорошо, не надо рассчитывать на то, что на наш кандидат. Там, потому что когда связываешь большие надежды с этим, то потом наступает большое разочарование. Это даже после вот этого конкурса случилось. Не такое большое, как после выборов главы, да, но все равно какое-то разочарование было. А это разочарование деморализует. И поэтому выборы, это, к ним сейчас надо относиться как к акции, как к митингу. То есть, да, вот у нас на носу выборы, мы туда потратим ровно столько ресурсов, сколько необходимо, да, для того, чтобы показать, насколько эти выборы нелегитимные, да, там. А что касается вообще вот этой ситуации с выборами, мне кажется, сама вот эта вот представительная демократия, она в кризисе. А ты систему не принимаешь? Да, 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 да. Ты не принимаешь систему, я понимаю. Да. То есть ты не принимаешь их правила игры. Вот. Да, правильно ты понимаешь, потому что представительная демократия, она, вот, ну, вообще, вот, если упрощенно говорить, да, как появилось современное государство, да, вот это вот, мы живем в капиталистическом государстве, и вот возьмем этот отрезок капиталистического государства, были, ну, допустим, в Европе религиозные войны, там разные были разборки, ну, допустим, религиозные войны, да, там, уничтожают люди друг друга, появляется внешний арбитр, который говорит: ребята, это никуда не годится, да, там мы все друг друга поубиваем. Вот, да, давайте от вас, люди, от этой группировки, и давайте как-то решать вопросы. Да, так появилось государство, да, там. Теперь это государство, оно стало расширяться, бюрократический институт, все такое. Это государство, оно превратилось, само превратилось в институт. То есть это уже не внешний арбитр, это уже класс, это уже корпорация, куда доступ, в общем-то, закрыт. И если туда с большими усилиями ты одного человека туда запихнешь, его либо сделают таким же членом корпорации, либо вытолкнут. А еще иногда убивают, ну, то есть когда совсем непримиримые, да, там, то есть поэтому этой корпорации надо противопоставлять другую корпорацию, то есть и тогда государство начнет нуждаться в нас, то есть государство должно искать с нами контакт, а не мы с ними, и вот поэтому я писал вот эту вот статью про мета-республику, да, которую многие восприняли как какой-то фантастический, да, проект, но это, на мой взгляд, это единственный выход, потому что такое республика? Республика переводится «общее дело», да? У нас нет сейчас общего дела, мы вот
единственный там видим выход из этой ситуации, что хорошие люди придут во власть, да, там, но хороших людей туда не пустят, во-первых, а во-вторых, если их пустят, то куда-то на нижние уровни, и там начнут перековывать. Мы видели много примеров, вот Телла Памфилова была правозащитницей с репутацией. Кто она сейчас? Она сейчас символ этой системы. И таких примеров можно много приводить. А мета-республика, может быть, я назвал как-то так, что ну, воспринялось как что-то такое, да, но... Ну, что-то далекое, неосязаемое. Да, да. Когда ты мне не объяснил, я не понимал. Мне говорят, это что такое? Это противопоставить вот этим институтам, вот этому государству, что-то тут вот... Ну да, раз уже начали говорить поподробнее, ну простым языком. Ну да, да. Ну, дело в том, что я могу сформулировать только ну, общие контуры, потому что над наполнением должны работать другие люди. Я журналист, а тут больше всего все-таки нужны экономисты, причем не теоретики, а практики. Да, там. Так вот, мы должны создать такую систему, которая будет, ну, как бы, проще объяснить, в общем, дублировать то, чем занимается государство. Да, вот, то мы должны это делать в меру своих сил, но своими силами, да, там. Тавтология. Ну да, то есть мы не должны просить у государства что-то там, мы должны сами соорганизоваться, и вот, ну, допустим, простой пример, да, просто почему сейчас это, раньше это было невозможно, государство все равно зашло бы и разломало, сейчас у нас есть интернет, мы можем через интернет работать, даже если идти еще дальше, ту же криптовалюту, да, там, то есть интернет нам позволяет выйти из этих рамок, и вот, допустим, мы... Вот я как понимаю, то есть создать то есть общее дело, на примере которого... Показать то, что мы не нуждаемся в этой системе. Мы, да, можем без нее что-то делать для того, чтобы жить спокойно. И они нас не касаются, мы нас не касаемся, но они начнут нас нуждаться. Вот так вот. Да, да. Когда мы станем достаточно сильны, чтобы они искали с нами язык, тогда мы будем уже диктовать условия. То есть мы будем уже ставить условия. А так сейчас мы все время в роли просителей, да, то есть, ну, пустите нас на эти выборы, ну, пустите нас в эти... Системе, потому да, что. Потому что они сильнее, они сильнее тут, чего уж скрывать. Насколько это реально? Ну, вот смотри, я думаю, что это в ближайшее время уже начнет разворачиваться в других регионах. Вот Якутия, правительство уже занялось, это есть на моей странице в Фейсбуке, да, там, если покопаться, то есть правительство уже поручило выработать программу, как встроить экономику Якутии в глобальную экономику, то есть этим занимается правительство. Они уже понимают, что им в рамках российской экономики, в рамках региональной экономики им не выжить. А Якутия богатая, они думают о своих деньгах. Этим занимается уже правительство. Второй пример – это партия прямой демократии, которую Кремль создал. Они ее создали для того, чтобы забирать голоса, да? Но смотри, какие идеи. Партия прямой демократии. То есть вот я противник представительной демократии, да? Потому что во всем мире витает идея прямой демократии. Сейчас, опять же, технические возможности позволяют это делать. Вот партия прямой демократии вот это все и предлагает. То есть они не просто голоса оттягивают, они оттягивают саму повестку будущего. В Кремле же тоже не дураки сидят. Они вот это... Кто его возглавляет? Создатель игр «Танки», да, там. Он, естественно, эту идею всю дискредитирует. Он сейчас будет там себя как-то вести. Вот как ЛДПР. Это либерально-демократическая партия. А там Жириновский. Все, да, а там Жириновский. Либерально-демократическая идея дискредитирована. Точно так же... Идея прямой демократии, идея использования интернета, да, для демократии, она будет дискредитирована Кремлем. И они опередили.
И вот, то есть не получится у вас, ребят. Так, да, так хотят. Не, да, получается. Да, но сама идея. Попробовали, не получается. Да, сама идея, она уже витает в воздухе. Я думаю, она будет в ближайшее время реализовываться, но будет реализовываться, видимо, в более богатых регионах, чем Калмыкия. Потому что, ну, вот Якутия имеет такой шанс. Насчет Калмыкии, не знаю, пока, по крайней мере, пока я заинтересованности какой-то не почувствовал в этом. Ну, здесь более понятно. Угу. Ну и так, Бадма, вот мы провели онлайн-митинг, это как бы такое новшество, да, наверное, на территории России. Я знаю, что ты непосредственно, идея пришла к тебе, и ты решил провести, и ты все это курировал. Я видел, как ты переживал за это, да, как ты договаривался с людьми, со спикерами. Ну, все договаривались, но в основном это делал ты. А скажи, вот как тебе это пришла идея? Как ты провел это все, и видишь ли ты будущее в этом мероприятии? Ну, все началось с того, что у нас по 3 административки было у наиболее активных, да, там, кто мог организовывать митинги. Поэтому надо было искать какой-то новый формат, и вот родилась такая идея. Сама идея простая, это, в общем-то, видеоконференц-связь. Но что ее делает митингом, это участие вот этих как раз приглашенных гостей. И мы делали на это большую ставку, ну, из-за чего я переживал, потому что была уже объявлена дата, уже мы там распространяли афишу, а вот этих роликов не было. И не было договоренности с Мархаевым, и все это сложилось в последний момент. Ну, очень долго велись переговоры, но в последний момент все-таки и ролики прислали, и Мархаев согласился, и вот эти вот ребята из Ингушетии и Дагестана, ну, с ними-то все попроще было, но все это сложилось, и мне кажется, несмотря на то, что вот обрубили интернет в самом начале, да, там у меня в квартире, из-за чего где-то полчаса скомкалось, да, там, ну, мне кажется, все-таки прошло успешно. Я думаю, сам формат перспективен, там, сейчас коронавирус, если будут какие-то, как сказать, карантины, то мы будем в онлайн выходить. Ну, это шутка, но, в принципе, сам формат перспективен, потому что как раз-таки мы можем наладить таким образом межрегиональное какое-то сотрудничество, потому что очень часто региональные протесты затихают, потому что их никто не поддерживает. Вот, если бы ШИЕС не поддержала местная власть, то ШИЕС бы сдулся. Хотя они, ребята, храбрые и отчаянные, но все-таки у них там решающую роль сыграла, что местная власть тоже им этот московский мусор не нужен. И поэтому они победили. А так очень много таких региональных протестов, которые, вот взять Ингушетию, да, это же какой протест был там, все мужское население на улице стояло, да, там, да, какое мужское, все население на улице стояло, и они стояли зимой, стояли долго, да, там, но в результате они достигли такого компромиссного решения, границы не пересмотрели, но убрали Евкурова, да, там, вообще, если бы у Ингушей, там, или даже если бы у нас была поддержка извне, то есть если бы другие регионы выходили и говорили, да, там, что мы тоже с ними, там, да, там, то я думаю, шансы на успех резко выросли бы. И вот как раз интернет дает возможность вот такой общей площадки для митингов. Ну, это, конечно, надо еще раскручивать, дорабатывать идеи и все прочее. Пока этим было некогда заняться. Ну, пример появился, я думаю, это хорошо. Как ты думаешь, вначале тебе дома интернет специально отрубили? Ну, я думаю, специально, потому что это было прям ровно в 00, там, вот я не помню, на какое время мы там назначали, но прям вот минута в минуту интернет обрубили. И если там раньше там отключи проводок, там перезагрузи, и все начинало работать, то здесь вот это все не срабатывало.
И потом, когда я уже уехал на другую точку, жена мне рассказывала, она говорит, я спрашиваю у этого, говорит, может быть, по этому адресу специально сказали вырубить? Говорит, вы мне скажите, хватит меня мучить. Они, говорит, молчат, сопят. Ну вот полчаса ее держали на телефоне, только через полчаса интернет появился, когда я уже появился с другой точки, вышел, тогда интернет дома дали. Как ты думаешь, вот этот пример онлайн-митинга, это вот, наверное, пример твоей метареспублики, то есть один из примеров, как ты, ну, то есть онлайн-митинг это, ну, такого нету, да, по закону, он не входит в те публичные мероприятия, которые у нас есть законно, да, а митинги, демонстрация, шествия, ну, и тому подобное. Вот это будет, вот, как бы, являться одним из, как бы, так, подходящих примеров? Ну, да, да, да. То есть государство тогда вмешаться не может, и запретить оно его не может. Да, как раз таки... Только интернет может выключить? Идея, да, в том и заключается, чтобы работать в легальном поле, но в то же время максимально изолированным от государства, да, потому что там, где появляется государство, всегда все плохо. Вот. Есть такой хороший ролик, где машины хаотично по перекрестку ездят, потом появляется полицейская машина, если случается авария. Вот, примерно вот так вот работает государство. Конечно, немножко утрированно, какие-то функции государства нужны, но в большинстве случаев они просто всему мешают. И вот сейчас, да, задача такое, создать такое пространство, где бы было минимум государства, если от него вообще нельзя избавиться, то хотя бы минимум, да, и где мы могли бы объединить людей со всего мира, тех, кто переживает за Калмыкию, там, калмыков, не калмыков, да, там, это можно делать и посредством интернета, и посредством реальных связей вот здесь, да, там, те же вот Айрат комьюнити центры, да, там, то, чем занимается Алдар, это тоже вот в том же самом направлении шаг. То есть нам нужно создавать, вот как я уже говорил про республику, перевод, да, общее дело. Мы прежде всего должны понять, мы нужны друг другу или нет. То есть вот если мы друг другу не нужны, то и не надо морочить голову, там, история, традиции и все такое. Мы просто каждый будем заниматься своим делом. А если мы нужны друг другу, то вот тогда давайте чем-то общим заниматься, да, то есть как-то друг друга поддерживать и вырабатывать вот эти связи взаимоподдержки, взаимовыручки, потому что бывает, допустим, кавказские диаспоры, да, там, они очень в этом плане продвинуты, они на помощь приходят моментально. Вот, случай с дагестанским борцом, который здесь, да, там, он провинился, они это признали, но лучшие адвокаты здесь его защищали бесплатно. То есть это не было там лучше дагестанские адвокаты. Которые... Из-за того, что он тут. Да. Да, вернемся к нашим реальным, к нашей политике, к нашему государству, которое есть. Как ты, в нашей республике, как ты видишь дальше наше движение? Мы стояли, митинговали, в пикетах были, ходили там много, проводили онлайн-митинг, иные акции, да, прямые эфиры. Но Бату и его команда все-таки протащили Трапезникова. Ну да, я думаю, мы... Что делать дальше? Как ты видишь? Я думаю, в сегодняшних реалиях, я говорю, что не надо, мы не создадим эту метареспублику или общее дело, которое занимается. Вот, в сегодняшних реалиях, как ты видишь дальше? Я думаю, мы должны были предполагать, что у них больше ресурсов, там, и административных, и силовых, да, там, и в принципе... что есть шанс, что мы не добьемся. Сейчас, я думаю, самое главное вот, не дать распасться тому ядру, которое сложилось, да? Потому что все-таки ну, тенденции к этому есть. Люди устали, люди хотели результата, результата нет. И поэтому первая сейчас задача – это сохранить ядро. Его сохранить можно, если мы не будем друг другу навязывать свое мнение. Да? То есть мы все хотим республики хорошего, но каждый
может выбирать ту тактику, которая ему по душе, да, там. Поэтому, когда там кто-то говорит, да, давайте делать только так, там, все другие не приемлют, это все ведет к скандалам. Я думаю, с тобой согласен. Да, сейчас ну, вот мы показали пример вот этих уличных акций, да, там, что они действительно могут нести какой-то эффект, пусть не тот, которого мы хотели, да, но какой-то побочный эффект все равно получился. Все равно появились вы с Максом, да, там, вы показали всем депутатов, да, там, все равно вот, появилась команда там Саглара, Боря, да, там, которые ходят тоже там, ну, то есть какая-то гласность уже появилась, это уже протесты прошли не зря. И если мы это ядро не распустим и будем дальше работать, то будут и другие результаты. Возможно, они не будут связаны с отставкой Трапезникова, хотя я до сих пор на это рассчитываю, и ты знаешь, мы для этого делаем, да, сейчас это пусть не публичная работа, но я рассчитываю, что мы победим. Я в это верю. Мы победим. Да. Я тоже верю. Но если даже не будет победы, будут какие-то побочные результаты. И кстати, это в истории тоже так. Потому что когда французская революция победила, почти сразу все вернулось на круги своя. Да? Там тот же Наполеон, 1789 год, взятие Бастилии, 1812 война Наполеона. То есть император вернулся, старый режим вернулся. Но почему французская революция великая? Потому что она дала отсроченные эффекты. Уже потом вот эти все свободы, свобода, равенство, братство, там все дела, вот эти свободы, они потом все равно Европу... Пришли и начали, да, культивироваться. А вот я думаю, эти протесты вообще прошли замечательно и внесли за собой такие... Я думаю, много положительного именно для масс, для граждан, которых мы заложили им в ума то, что необходимо уже быть смелее, необходимо уже знать свои права, защищать свои. Я считаю, что у нас сформировалось гражданское общество, только чуть-чуть не хватает смелости. Я в этом уверен. Я уверен в том, что следующие выборы люди уже не будут там. Бадма, проголосуй за кого-нибудь там, я тебя прошу, надо там, из-за того, что я бюджетник, я думаю, следующие люди не будут. Ты согласен с моим мнением таким? Ну, да, я говорю, эффект от этих митингов, конечно, сохранится. И для меня важно, вот, чтобы мы это не растеряли. То есть, вот, чем плоха вот эта цивилизация соцсетей, да, то что любое хорошее может просто потонуть в хейте, да, там вот сейчас там не избрали там, точнее оставили Трапезникова, да, там, допустим, специально начнут накидывать, да, там вот вы там ничего не достигли, неудачники, все такое. Перевернемся. Да. И сторонники начнут отвечать, да, и вот это вот, ну, вот этой грязи, которой в интернете и так много, вот это на самом деле вредит делу, потому что конструктивные все разговоры, они тонут в этой грязи. Поэтому, ну... Люди хотят зрелищ. Понятно. Мы вот, ты сказал только, что мы активисты, не только там я с Максом. Мы показали 9 депутатов Медицинского городского собрания, ну, часть Народного хурала. Я бы хотел бы услышать твое мнение там, в двух-трех словах вот, о них. Что ты, какие выводы сделал, посмотрел на них? Ну, выводы все уже у нас одинаковые, да, там, что эти люди, они, в принципе, не скрывают, для того, что они пришли для того, чтобы выполнять команды. То есть они даже, ну, у них... Они не понимают, что они ставленники народа, а не ставленники Белого дома, да, там, и что Бату приказал, это для них дело десятое, для них дело важнейшее, это что сказал твой избиратель, да, там. Ну, как должно быть, ты говоришь. Да, да.
А получается? Да, ну то есть это продукт вот этой вертикальной системы, которую вот старательно Кремль все эти годы выстраивал. Это вот, вот эти депутаты, это продукт этой вертикальной системы. И тут вот, как раз таки, когда я говорю, что государство превратилось из арбитра в институт, вот, вот пример. Или да, давай вернемся к партиям, да, там посмотрим. По партии они, по идее, должны объединять людей по идеологическим, да, принципам. Но что такое Единая Россия или что такое Справедливая Россия? Какие идеологические принципы у них? Единая Россия даже не заморачивается. Справедливая Россия хоть попыталась, да, там, они там социал-демократию там вроде хотят оседлать, да, там. А Единая Россия даже не пытается, потому что они знают, у них есть административный ресурс. Они не говорят то, что им делают. Да. То есть, а если идти дальше, да. Ой, там... делай то, что им говорят, то есть я неправильно сказал. И если идти дальше, то вот, допустим, коммунисты, там, да, Справедливая Россия представляют одни социал-демократов якобы, другие якобы коммунистов, да, там. Но потом, когда начинают решать вопросы уже в парламенте, то эти вопросы могут быть вообще противоречащие там, коммунистическим идеям там, или социал-демократическим идеям. Да, там, то есть кого представляют эти депутаты? Да никого они не представляют. Они представляют, они решают так, как выгодно правительству. Вот поэтому этот цикл закрытый, это институт... Ты считаешь, что он себя исчерпал и не нужен, да? Да, он в таком виде он все равно уже долго не протянет, потому что вот желтые жилеты, Гонконг, это все о том же. Это, вот, даже в таких развитых странах они чувствуют то, что государство стало корпорацией. И они, почему желтые жилеты говорят, мы никого не представляем. У них риторика такая же, как да. У нас была, я удивился. Они говорят, мы никого не представляем, мы ни от какой партии. Люди хотят прямого участия, и это мировая тенденция, и когда-нибудь это... Ну, когда-нибудь это случится. Ну, это уже как бы закономерность это будет, да, в итоге? Ну, да, в результате государству, сначала европейским, наверное, государствам придется перестраиваться, а потом уже и российскому деваться некуда будет. Потому что вот то, что они пытаются сильнее и сильнее закручивать гайки, это не выход. Вот эта конституция, поправки, там, которые сейчас уже с борщом там, и котлетами сравнивают. Да, с сигаретом. Да, да. Это уже вообще же... Кстати, Лобанфилова. Ну, я тебе вопрос задаю, ты всегда опять глобальный, я тебе опять возвращаю. Ты опять глобальная Россия о Гонконге. Бадмаут, как ты думаешь, Хасиков уйдет, не уйдет в ближайшее время? С учетом его деятельности, которую он ведет на сегодня, или якобы ведет, уйдет ли он или не уйдет? В ближайшее время какое ты имеешь? Полгода. Полгода, ну, я думаю, вряд ли, потому что сейчас вот как раз-таки вот эти конституционные поправки, им ну, нужна стабильность в регионе, и им вот эти метания не нужны. Но после них, в апреле, в мае. То, что у него очень много шансов не досидеть, это да. Но как быстро это случится, я не могу сказать. Потому что ну, он поплыл, вот, честно говоря, с этой ситуацией, да, с Трапезниковым. Потому что ну, все, что делалось на фоне протестов, все делалось не в попад. С этими звездами, с этими... Ну, там много этих историй. Они ну, орлов, звезды и тому подобное. Да, там... Ну, мы поговорили о... Это республика, о том, какие вопросы, ну, те готовые вопросы, только я готовил. Давай поговорим о Штыгашеве. Твое отношение? Ну, отношения тут, думаю, у всех одинаковые, да, потому что это непозволительно. Непозволительно в первую очередь, потому что это человек власти. То есть он не просто где-то там высказывается, он высказывается с трибуны. Это можно расценивать как официальное обвинение. То, что наша власть никак не отреагировала, в очередной раз сглотнула, это тоже характеризует ее.
Потому что все понятно. Почему ты говоришь, никак не отреагировал? Хурал письма писал, Бату в Инстаграме что-то там сказал. Там. Депутаты же писали, там. Аслан Эрдениев, например, ты видел. Марина Мукобенова, Бату Радучиев. Ну, вот депутаты Госдумы, кстати, больше продвинулись, чем та власть, которая находится в республике. Да? Там все-таки у нас депутаты больше в Москве живут. Они, по крайней мере, составили запросы, да, там, в прокуратуру. Вот Марина Мукобенова точно в прокуратуру, про Батра я не помню, куда он обратился. Суд он хотел суд писать, обратился, да. Прокуратуру тоже, по-моему. Ну да, это уже какие-то конкретные шаги. Но когда я говорю, власти не отреагировали, я, конечно, имею в виду в первую очередь Хасикова. Он в Инстаграме написать пост по такому поводу, это вообще ничто. Он должен был требовать отставки. Я понимаю, что... Возможно, уголовного наказания для, ну, для него это был не тот шаг, но, по крайней мере, требовать отставки он должен был, мне, как я это вижу. Но вот этот невнятный пост, это вот как раз-таки из тех же провальных шагов, что там про звезду и все прочее, да, там это то же самое. То, как сейчас эта ситуация развивается, вот, вчера у вас был там эфир. Ты смотрел, да? Вот, сегодня он вышел. Да? Сегодня. Ты смотрел интервью с Дагером? Да, я посмотрел вот как раз в части Штыгашева. Я про порт отвлекся и не досмотрел. Ну, по Штыгашеву, ну, на мой взгляд, вот эти вот все движения, они не ну, Дагенов не до конца искренен. Это мое видение ситуации, да, там. Мне кажется, все-таки они хотят это дело спустить на тормозах. Вот вроде от вас делегация была, перед ними извинились, и давайте тему закроем. Да, я считаю, что Дагенов ездил с этой целью. Может быть, он возмутился, ну, он, конечно, возмутился, как калмык, но вот все, что дальше, да, там, может быть, первые шаги были на возмущение, а потом мы просто с ним договорились, давай ты как-то это утрясешь. Сейчас он говорит, я там от себя действовал, не от калмыцкого народа, но... Да, то есть, может быть, он исполняет что-то задание? Ну да, да, да. Мы с тобой понимаем. Я не могу это утверждать, но я считаю, что это все как-то слишком гладко прошло. Да, там. Сейчас он там наберет делегацию, они поедут, и все, уже после этой делегации кто туда может ехать, да, к этому Штыгашеву. Да, там. Все, уже вопрос на официальном уровне закрыт. Остается только уголовное преследование, которое может там на какой-то стадии просто, ну, не возбудить, и все. И следующих ходов уже не будет. Вчера вот поговорив с ним, с Дагиным Виталием Николаевичем, и вот как бы переночевал с этой идеей, я утром проснулся тоже такой, что может быть он, ну я смею предположить тоже, ну это тоже, это мое предположение такое, да, может быть это было сделано для того, чтобы это замять. То есть ты говоришь, что дает трибуну, где выступают наши представители, и Штыгашев извиняется, и на этом шум заканчивается, да? Ну да. Тут, это, ну, может быть, для кого-то это нормально, может быть. Как же это отсюда? Для кого нормально? Нормально только для властей, потому что понятно, что этот человек не последний там в Хакасии, и это тоже прецедент опасный. То есть это интерес власти, не только нашей региональной, но и кремлевской, чтобы это все быстрее все заглушить. Ну да, конечно. Но Виталий Николаевич вчера так и сказал, и надо это заканчивать. Так осторожно или осторожно, что-то надо заканчивать. Да, да, я помню этот момент. Я тоже, ну да, я смею предположить, я с тобой согласен. Еще вот есть такое мнение, то, что когда Дагин сам поехал, да, он говорит то, что он, я вчера даже исковое заявление, он мне копию оставил, он от себя и за своего дядю. Вот. Истцы. Истец Дагинов у него интересов такого-то, такого-то. И он поехал к нему. Я вот, есть такое мнение, что своей поездкой туда и разговором со Штыгашевым он закрыл дорогу другим калмыкам, которые хотели бы к
нему поехать. Ну, я, в принципе, об этом и говорю. Да, вот сейчас делегация будет, с которой они поедут, ну, да, там выступят, и все, наверное. Убили базар. Мы же не можем каждый раз там вдогонку еще делегации послать, а вот эти не высказались, а эти не высказались. Да? Эта делегация будет воспринята как официальная делегация от Калмыкии. И они на мировой сойдутся, и все. Вопрос, мне кажется, так... В этом был расчет, то есть это нельзя вот так вот действовать на эмоциях действовать по-другому. Многие, многие считают, что Штыгашева нужно наказать, прям наказать в рамках уголовного законодательства. Я считаю, что статья 282, да, она введена для инакомыслящих. Я против этой статьи, но эту статью тот же Штыгашев наверняка поддерживал, как и все наши власти. Раз они ее поддерживали, пусть они используют вот это разжигание межнациональной розни. Там можно с учетом его возраста дать ему условно. Никто же не хочет, чтобы он там сидел за решеткой, да, там 5 лет получил. Как, кстати, инакомыслящие сидят, да, там они не по 5 получают, по 18 лет получают, да, там. Но этого можно было хотя бы условно наказать, да, но по статье 282. Хотите, чтобы она работала, вот давайте тогда всех наказывать. Это был бы прецедент единообразия закона. Да. Ну, как минимум отставка. Ну да, да. Отставка, да? Тут, по-моему, без вариантов должна быть. Твое мнение. Ну, теперь давай про нашу власть. Я часто, в последнее время я начал задавать такой вопрос, всем задаю. Вот правительство сформировано, да, как кабинет министров, сформированы все ключевые позиции у нас в республике, да, ну, в том же правительстве, администрации, главы республики. Кого бы ты выделил для себя, что вот, действительно специалист, действительно работает, с твоей позиции, ты вот разбираешься. Ну, я вот разбираюсь все-таки в политике не в таком смысле. Но, я немного знаю министра ЖКХ нашего. Мы с ним по молодости пересекались. Он был всегда порядочным парнем. И по отзывам я сейчас тоже слышу, что он... Там был главой Целинного района, сейчас стал министром ЖКХ, и что вот он остается таким же порядочным человеком. Это? Мамутов, по-моему, фамилия. Жень, да. Евгений. Да, да. Я вот просто раньше только по именам друг друга знали. Да, я вот надеюсь, что он такой же, просто когда человек становится министром, я перестаю искать с ним контакт, ну, я так устроен, вот у меня даже родственники недавно были министрами, и мне было тяжело ходить, я недавно поэтому... были, это как понял? Ну, Батыр Балаев, мой родственник, он был министром сельского хозяйства. Я один раз к нему зашел, когда надо было попросить за корреспондента, ну, из другого региона, чтобы интервью им дал. А так, ну, у меня какой-то внутренний барьер возникает. Может быть, ты из-за этого в протесте, из-за того, что Батыр убрали? Я понимаю. Когда был Орлов, я уже был в оппозиционном издании, так что все. Я это знаю, чтобы разгрузить публику чуть-чуть. Ну и так бы, если еще есть что интересное сказать, о чем бы ты хотел поговорить, ты можешь обратиться, сказать. У меня вопросов, в принципе, у меня вопросов тебе больше нету. Ну и вот, как бы у меня тоже такое традиционно. Что бы ты пожелал нашим жителям? Ну, пожелания у меня традиционные, да, там, здоровья и всех благ, но если говорить в рамках политики, да, то я в первую очередь хочу пожелать, у нас есть такая черта разочаровываться, да, там, после выборов, после вот нынешнего, возможно, протеста. Мне кажется, мы все должны понимать, в какой мы стране живем и как сложно здесь достигать результата. Поэтому надо запасаться терпением и все равно гнуть свою линию. Вода камень точит, и мы своего добьемся. Так что мы победим.
Не, я уверен, что мы победим. Итак, дорогие друзья, это был у нас Бадмат Бюрчиев. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Так надо, Макс, говорить? Все.